Здравствуйте, это канал Максим Адзе, и мы продолжаем играть в GTA Vice City. Да. Да. Короче говоря, я установил тут парочку модификаций на эту игру. Например, так, я потом отвечу. Например, если посмотреть на карте, появилось сердечко вот такое. Можно встречаться с Mercedes Cortez теперь. Что дальше можно делать? Можно менять скин, а также можно выбрать любую миссию, какую захочешь. Но, правда, мод на выбор миссии, он очень коряво сделан. Там пишется номер миссии, а сама миссия, приходится, короче, угадать по номеру, какая миссия. И причем некоторые из этих миссий, это какие-нибудь гонки незначительные, или охота, в общем, вы поняли. Найти определенную миссию будет очень нелегко. Ну, в общем. Сегодня... А так работает смена скина. Ну и встреча с Mercedes тоже. Ладно, в общем. У нас есть один вариант. Это поехать к Кену Розенбергу. Отстаньте от меня. Полицейский, это моя машина, раз она у моего отеля постоянно стоит. Кену Розенбергу у нас есть только вариант ехать. Ой, господи, что так заносится-то? Ой, блин. Продолжаем искать виновных в срыве сделки. Блин, врезался случайно. Блин, повреждение так себе, серьезно. Ну, в общем, не важно. Эйвери, все идет как по маслу. О, Томми, есть прогресс? Томми, это Эйвери. Вы, наверное, уже виделись на вечеринке. Мы не знакомы. У Эйвери, короче, есть предложение. Нам больше нечем ведь заняться, да? Я пытаюсь тут разрулить ситуацию. Окажи нам услугу. Я устал, как собака. Если я умру к концу недели, то умру бедным, а не богатым. Так, успокойтесь, пожалуйста. Оба. Сынок, помоги. Все говнюки, которые действуют тебе на нервы, на кладбище должны пойти. Ладно, что я тебе сделать должен? У одной экспедиторной компании есть склад. Они там окопались, как крысы. Приди и выкури их оттуда. Развороши там осиное гнездо. Служба безопасности будет занята, тебе удастся прокрасться и бизнес устроить. Сможешь заглянуть к Рафаэлю, чтобы переодеться. Загляни как-нибудь в мой офис, если захочешь. Да. Устроить бунт, значит? Интересно. Возьми новую одежду в магазине Рафаэля. Зачем нам новая одежда? Интересно, зачем нам новая одежда? Не очень удачный диалог сейчас прочитал. Озвучил, так сказать. Не успеваю... Иногда даже непонятно, каким тоном говорить. Иногда я даже не могу разглядеть, кто какую фразу говорит. Вот и все, вот магазинчик. Рафаэлс, да? О, костюм рабочего, офигеть. Ладно, поехали. Сейчас мы там устроим им адскую баньку в натуре. А да куда ж ты несешься по дороге, а? Так, а нам далеко ехать-то? Да не, недалеко. Совсем недалеко. Только через мостик один проехать. Я думаю, что в нашей с вами GTA Vice City прохождение будет всего два сезона.
Она не очень длинная. Начни драку хотя бы с 4 работниками, чтобы начался бунт. На, зараза. На, зараза. На, зараза. На, зараза. Мочей их, зараза. Уничтожить фургоны. О, мадафак. Блин, у меня есть идея. Давайте-ка его пригоним немного. Блин, дебил. Вставай быстрее. Надо их всех раздолбашить. А, они все на меня идут. Ладно, давайте по голове постреляем. Блин, они все на меня сейчас пойдут. Ладно, может они сейчас мне мешать хотя бы не будут. Так, все, ближе не приближаемся. И... Так-то. Давай, взрывайся. О, отлично. Вот так мы и миссию прошли. Все, валим отсюда, пока они на меня вновь не напали. Теперь можно брать работу у Эйвери Керрингтона. Отлично. Отлично, отлично. Давайте этим и займемся сейчас. Да, я в курсе, я могу одежду менять. Прикольно. Фух, жесть какая. Вот рядом он находится. Давайте возьмем у него задание. Алло. Алло, это Версади? Да. Это Кортес, вы были на моей вечеринке. Да, я помню. Мистер Версади, что случилось с вашей деловой сделкой? Это нелепая случайность. Я знаю. Я хочу, чтобы вы знали, мои люди сделают все возможное, чтобы разобраться с этим делом. Если хотите поговорить со мной наедине, вы можете найти меня на яхте, хорошо? Ладно, окей. Но давайте сначала к тебе, к этому Эйвери зайдем. Партия, господа. О, залезай, присаживайся, сынок. Черт, мой отец говорил, что никогда в зубы коню дареному не поступал. Хочешь капельку, как у него? Да нет, спасибо. Трезвая голова, мне это нравится. Сейчас бизнес с собственностью — это не просто покупка, все дело в грязи и в желании возиться с этой фигней. Так ты со мной, да? Да, конечно. Но то, что мне нужно, это чтобы один козел немного в грязи. Ты похож на человека, который его убьет. Убеждение — это не мой план. Он будет в загородном клубе играть в гольф. У них нельзя пользоваться оружием, так что вот телохранители не станут нарушать закон. Иди и выбей из него всю дерьмо. Вот твой билет. Но тебе пригодится еще одежда соответствующая. О, мне костюмчик сразу же дали, тот какой надо. Соответствующая одежда, блин. Гольф-клуб надо соответствующую одежду. Опять в магазин Рафаэля, да? Ехать. Ну вообще, ну это просто офигенно. Ну ладно, ехать недалеко. А вот до гольф-клуба не знаю. Короче говоря, какая у нас будет одежда? О, это я. Классная задница, детка. Кто это сказал? Я что-то немного не понял. Ладно, погнали. В гольф-клуб, он вообще рядом здесь. На всякий случай развернем машину, а то если он уедет отсюда, он поедет, по-моему, в ту сторону. Эх, цель находится на поле, играет в гольф. Пусть это будет для него последняя игра. Оружием нельзя пользоваться, это очень хреново. Видится, ну у меня, ну молоток хотя бы есть, это радует. Гольф-кар, блин, как бы я бы хотел бы себе в реальной жизни гольф-кар.
Ну, во-первых, давайте здоровьишко возьмем. Так, вот он. Место, где играют в гольф. Блин, тут охранники, они с молотками на меня набросятся. Блин, они не дадут мне его так просто раздавить. Блин, придется за ним гнаться, походу. Так просто они мне не дадут его замочить. Может, его в реку скинуть? Главное, самому не упасть в реку. Если я упаду в реку, то это хана придет. Полная. Плавать же здесь нельзя. А жаль. Давай, давай. Блин! Вот если бы не он, я бы его сейчас перевернул. Блин, как печально, что нельзя пользоваться пистолетом. Я бы его сейчас... Давай, падай в воду. Есть! Есть! Все. Приятного купания тебе там. О, отлично, отлично, отлично. Прекрасно. Но он на самом деле мог туда уехать. И... пришлось бы за ним еще и гнаться по дороге. Ладно, поехали назад. Где у нас тут дорога? Потом, наверное, направимся к полковнику Кортесу. Давайте клюшку возьмем. Она, мне кажется, более такая надежная, чем... чем что-то другое. А я могу обратно одежду поменять? А, нет, это специально для гольфа одежду нам подбирают. Ну ладно, давайте в этой одежде погуляем пока. Нам, в принципе-то, не важно, какая одежда тут должна быть. Куда бы нам поехать, полковнику Кортесу или к Эйвери? Следующая миссия у Эйвери. Спойлер небольшой, вообще жопная, кошмар просто какой-то нафиг. Это просто... Все, ни одному игроку эта миссия не нравится. С вертолетиком. А знаете-ка что? Раз Эйвери у нас ближе, давайте к нему и наведаемся. Разрушитель. Это вообще жопа просто полнейшая. Но это ничего. Слушай меня, сынок, у меня возникла проблема, которую ты сможешь решить. Я не строитель. Не, я о способностях к разрушению подумал. Вот здесь вводят новое здание. Эту землю мы хотим заполучить. Ты хочешь сказать, что не вписывается новое здание в обстановку? Да, ты схватываешь на лету, я ненадолго поеду в город. Если дело у департамента развития появятся неожиданные проблемы, тогда я... как гражданин своей страны, ты почувствуешь себя обязанным, да? Взять на себя восстановление гражданской городской зоны? Ха, где еще взять таких ребят, как ты, а? Отправляйся к фургону топ-фан возле стройки. Вот эта миссия попала на первое место топа Tellblog.net по самым сложным миссиям GTA. То есть это самая сложная миссия, по мнению игроков, из всех, что существует. Но ничего. Это, я эту миссию со второго раза прошел на компе и с первого раза на мобиле. Давайте попробуем с ее с первого раза пройти здесь. Я не уверен, что получится, но мне кажется, это далеко не самая сложная миссия. Но все же она жопная, конечно. Используй вертолетик с дистанционным управлением, чтобы сбросить бомбы на 4 точки здания. Ты должен сбросить бомбы возле цели. Можно их ставить в любом порядке. Но лучше по порядку, конечно. Ну, в принципе, в каком порядке-то? Лучше, удобнее все равно будет, конечно, как сказать-то? Удобнее в... по возрастанию с этажа на этаж.
Да, еще и ограничение по времени. А почему, а зачем ограничение по времени? Что произойдет через 7 минут? Короче, во-первых, не забудьте настроить управление под себя. Лучше постарайтесь сделать это так, как вам удобно. Блин, вот управлять этим вертолетом, это та еще у нас проблема. Ладно, первая бомба довольно близко ставится. Вон там метка уже стоит. А, кнопка Е, чтобы по часовой стрелке. А сбросить бомбу я забыл как. Да-да-да, против часовой стрелки можно поворачивать. Да, еще и злобные джамшуты. Вот единственная вот такая проблема, которая мне реально мешает эту миссию нормально пройти, это те, которые стреляют. Так, так. Как поставить бомбу? Как поставить бомбу? Отлично, первая бомба готова. Летим. В принципе, если низко направиться, опустить вертолет, можно пропеллером, лопастями, или как их называют, пропеллер, их разрезать, порезать их, убить. Блин, вот надо постараться ни во что не врезаться, не попадать под пули, иначе взорвется вертолет наш, и миссия будет провалена. Это будет вообще хреново, я вам скажу. С каждой бомбой джамшутов этих становится все больше и больше. Это вообще не облегчает прогресс, а наоборот. И желательно как можно быстрее все сделать. Надо, будем стараться лететь как можно выше. Эти с молотками ходят. Они будут молотками нас пытаться, короче, сломать наш вертолет. Так, надо стараться еще помнить, как попасть на какой-либо этаж. Спрыгнул. Давайте разрежем кого-нибудь. А, ладно, не надо. Время еще потратим зря. Так, потолка лучше не прикасаться, а то еще чего доброго. Вертолет все сломаем. Так, вот. Сюда. Готово. Так, разворачиваемся. Вот постоянно. Неужели нигде нету окна, чтобы вылететь? Блин. Не туда полетел. Да что ж такое, а? А у нас все. Минут. В пределах 5 минут осталось. Вот эта миссия является причиной большинства батхертов и по сей день. Никому, как говорил автор канала Tellblognet, никто не проходил эту миссию с первого раза и даже со второго или третьего. Вот, посмотрим. Если я с первого раза это пройду, я буду вообще молодец. То он тогда ошибся. Но, во всяком случае, на компьютере я со второго раза ее смог пройти. Я первый раз, вот серьезно, сначала запутался и заблудился, как попасть на третий этаж. И не успел. А со второго раза прошел. На мобиле с первого раза прошел. Ой-ой-ой, нельзя попадать под молотки. Блин, на следующем этаже там пули уже будут. Будут те, которые стреляют. Вот. Они реально уже могут взорвать вертолет. Нам этого вообще не надо. Хоть серьезно. Ой, дождь полил. Ну, слава богу, дождь нам не навредит. Капец, как я много болтаю, а? Вот напишите в комментариях, с какого раза вы прошли это задание. Потому что многие... Это мемная, так сказать, миссия. Они даже слышали, те, кто GTA Vice City, в глаза. Во, вот эти с пистолетами. Давайте его попробуем разрезать. Во, разрезали, отлично. Так. Еще одного давайте разрежем. Так, у нас осталось 3 минуты. Надеюсь, мы успеем. Готово. Осталось еще одну поставить. Можно пропеллером, как я уже говорил, разрезать их и убивать. Блин, вот как я ненавижу спускаться, а? Вот серьезно. А, уже 22 часа у них. А я что-то заметил, за окном как-то темновато становится немного, что ли. Мне казалось, что день на улице. Как быстро летит время в этой игре, а? Буквально секундами. Ну да, минуты. Здесь как секунды.
Я что-то раньше не задумывался про время в игре. Сильно, я имею в виду, не задумывался. Не обращал внимания на часы особо. Ну, не люблю. Не любил никогда ночью что-то делать. Потому что темно, что-то не видно. Так, давайте их разрежем. Не подходите, а то разрежу сейчас. Блин, ну да возьми бомбу-то, ё-моё. Блин, злобных джемпшутов становится все больше и больше. У нас есть где-то полторы минуты, чтобы добраться до на четвертый этаж и сбросить еще одну бомбу. Так, не врезаться, ни во что не врезаться, не врезаться. Так, я очень надеюсь, что я смогу пройти с первого раза это задание. Не знаю, я серьезно. Первый раз, когда эту миссию проходил, я со второго раза прошел ее. Первый раз я заблудился и не успел. Но говорят, что эта миссия очень-очень тяжелая. Но, как по мне, и бывают реально тяжелее миссии. Вот серьезные. Можете поспорить со мной, но, блин, серьезно. Я вас не обманываю, я реально со второго раза ее прошел. А, вот. Где-то здесь. Ну, в принципе, ничего страшного. Нам осталось только сбросить бомбу сюда и... Ладно, все, мы по сути прошли. Давай. Готово! Есть! С первого раза прошли. Кто еще так может, друзья? А? Кто так может? Я уверен, что я единственный, кто с первого раза прошел. Ну ладно, это я пошутил, конечно же. Раз если я смог с первого раза пройти, то и значит, кто-то тоже умеет с первого раза. Мне кажется, эта миссия не такая уж сложная, как некоторые думают. Фух, короче. Давайте теперь поедем к Кортесу. Полковник Кортес. И выполним... У него, видать, есть для нас задание. Какое-то. Какой фургон интересный, а? Такой прям широкий, я бы сказал. Блин. Пропустите меня, пожалуйста. Так, там закрыт проезд. Временно. Ой, сорян. Микрофон коснулся. Блин, капец. С первого раза самую мемную миссию прошел. Капец. С какого раза вы эту миссию проходили? Пишите в комментах. Серьезно. Мне реально интересно. Подлая свинья. О, мистер Версетти, полковник. Рад, что вы пришли. Прошу, присядьте. Хотите, Амар? Да нет, спасибо. Я не гол. О, мне стыдно признаться, что одной из причин нашей с вами неудачи является длинный язык одного человека, которому я доверял. Я имею в виду Гонзалес. Уже много лет, но мое терпение лопнуло. Буду рад, если вы его убьете. Разве это он сорвал нашу сделку? Меня волнуют только деньги. Я щедро вас награжу. А затем мы поищем ваши деньги вместе. Он будет в своем пентхаусе, наверняка пьяный. Вот, воспользуйтесь вот этим инструментом. Бензопила? Ха, ничего себе, блин. Но он, правда, жаль, что он не бегает с бензопилой. Обожаю фургоны, обожаю. Не люблю что-то делать ночью, но, блин. Ой-ой-ой, не перевернуться бы, и я перевернулся. Блин. Ну, какая жесть, а. Ой, блин. Ой, беги. Жесть какая, блин. Ну, а как можно было так перевернуться, скажите мне, а. Так, давайте мне новую машину. О, спорткар. Спорткар, давайте мне сюда. О, там же есть это. Аптечка.
так называемый. Это что дает? А, это подсказка. Да тебя вырубают, ты окажешься возле госпиталя. Да, я в курсе. Я в курсе, где я буду оказываться. Вот серьезно. Бензопилой на самом деле не так уж и удобно убивать кого-либо, потому что нельзя с ней не получится бегать в руках. Когда бензопила в руке, бегать с ней нельзя. Это сильно нам усложняет геймплей, поэтому мы, наверное, убьем его с пистолета. Приехали? Отлично. Ой, господи. Да ё-моё. Ну что, Гонзалес, иди сюда. Я заткну твою глотку. Ой, у него нож такой. А ну остановись, жердяй. О, ничего себе, какие следы, блин. Помогите! Я просто внешний вид потерял. Стой на месте, или будет больно. Нет, не надо меня вытаскивать из машины. Направляйся. Короче говоря, надо уровень розыска убавить. Перекрасив машину, да? Туда нам сказали ехать, да? Да, вот полиция увидела, как мы заехали, и все равно... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Закрывай уже и крась давай, чини. Да, вот только в GTA 4 сделали так, что если полиция увидела, как мы заехали, то мы не сможем не скрыться в этом магазине. Ну и давайте... Я не знаю, что бы нам еще сделать. Давайте напоследок еще одно задание. С Мерседес встретимся в другой раз как-нибудь. Блин, здесь нельзя проехать. Ну да блин. Ой-ой-ой, не коснуться бы полицейской машины. Так, едем к Кортесу. Выполним еще одно задание и хватит на этом. На сегодня. Ой-ой-ой. Капец. Вот серьезно. Разрушитель. Самая сложная, по мнению игроков, миссия. Мне кажется, вот летная школа в GTA San Andreas, она сложнее. Да, даже автомобильная школа, мне кажется, сложнее. Чем вот это вот миссия с вертолетиком, вот серьезно. Хотя в GTA San Andreas тоже есть миссия с таким вертолетиком, а перед этим еще есть миссия с радиоуправляемым самолетиком. Но благо их проходить не обязательно для полного прохождения игры. Так что об этом сильно можно не беспокоиться.
Убери оружие и пилу. Высокие технологии, да? А, высокие технологии. Томми, иди сюда. На вид очень вкусно. Рыло, топир. О, не-не-не, я не голый. Томми, ты как глоток свежего воздуха, помойной яме коррупции. Хотя мне нужно плакать его уход и вести дела, как раньше. К деньгам это меня не приближает ни на шаг. О, Томми, дружище, ты теперь не в Либерти Сити, теперь у нас все иначе. Здесь все иначе. Я буду продолжать изыскание, а пока у меня есть выгодная сделка, которую надо завершить. Услуга другу, Кортес. Ты хороший друг, Томми, я знал, что ты меня не подведешь. Я хочу, чтобы ты встретился с курьером, который получил для меня... Баб, эти, наркоту, да? Я не успел дочитать. Лесть с курьером в пассаже. Эта миссия, в принципе, несложная, но лучше заехать взять пушку. Помощнее. Чтобы ее было легче пройти. Да-да-да, я сейчас заеду в Монацию обязательно. Пушку куплю помощнее. Но эта миссия довольно простая. Если, конечно, успеть... кое-что сделать. Вот это возьмем. Все, хватит пока. Оружие тут до хрена, конечно, можно набрать. Но, наверное, не все оружие сразу доступно. Вот мне тут управление. Вот знаете, что мне вот не нравится еще в GTA Vice City? То, что изначально управление не очень оптимально настроено. Например, управление некоторого оружия неправильно настроено. Приближение неправильно. Приближение не настроено. Бег не настроен. То есть надо. Маппинг кнопок неправильный, нужно его проводить все равно вручную. Это немножко расстраивает, конечно. Но в принципе. Ну фиг с ним. Настроили мы управление. Все вроде бы нормально. Так ведь? А, погодите, знаете-ка, что я сделаю? Нет, давайте не мотоцикл. Блин. Я не могу бегать. Ладно, придется прыгать. И что делать теперь? Бегать я не могу. Оторваться от копов так просто не выйдет. Ну ладно. Ничего, надеюсь, нам это не помешает. Дрозд, очень в наше время. Да? Чё? Какого фига? Слушай, Кортес послал мне. Давай отдавай мне эти чипы уже, а? Не с места! Американская свинья. Это государство. Ой, они следовали за тобой. Ты американский кретин. Быстро догнать его, догнать. Не успел, блин. Я не успел его застрелить. Ну ничего, сейчас застрелим. Я хотел его застрелить до того, как он сядет в мотоцикл, но ничего, надеюсь. Да какого хрена, а? Так, попробуем еще раз. Когда, блин, тебя арестовывают, у тебя отбирают кучу денег и оружия. Это очень сильно бесит. Стой. Остановись, отдай чипы. Курьер... О, господи. Надеюсь, тут рядом копов не будет. Да твою ж мать, а. Бежим отсюда, блин.
Садись в тачку быстрее, чего ты стоишь? О, на, все, на этой тачке они меня не собьют. Очень хреново, когда тебя арестовывают. Ну и убивают тоже, конечно, плохо. Потому что в... Потому что оружие тоже пропадает. То в GTA 4 сделали уже так, чтобы оружие не попадало при смерти, только при аресте. Но при аресте денег отбирают больше, чем при смерти. Так что арест это хуже. Так. Все, отлично. Прошли эту миссию, блин. Прошли, офигеть. Ну и давайте напоследок встретимся с Mercedes Cortez. Эй, Мерседес. А, привет, Томми, как дела? Отлично, может потусим, я не знаю. Окей, я надеюсь на услугу взамен. Какую же такую услугу-то, а? Ой, не туда. Садись, блин, быстрее. Зачем тебе пистолет? Только мне непонятно. Ну и можно какое-нибудь из отмеченных мест на карте поехать. Давайте какой-нибудь поближе. Стрелочками, конечно, помечено. Это неудобно. Так, где-то здесь, да? Можно остановиться. А, это у нас что? Окей. Это бассейн какой-то, походу. В общем, можно в каком-нибудь месте побыть. Они просто постоят здесь. В ночном клубе. Можно потанцевать. Ну или. Ну еще можно просто посидеть за столиком и все. Такое вот, блин. Простенькое взаимоотношение, так сказать. В принципе, изначально вообще разработчики хотели сюда ввести систему, что с Mercedes Cortez можно будет взаимодействовать вот так. Томми, может зайдешь, так сказать, погреться? Может быть. Вот. Maybe. Вот так вот он говорит. Чем же они там занимались, а? В общем, не важно. Ладно, с вас лайкос, подписус, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, на группу ВКонтакте. Всем пока.